Добрый день, меня зовут Николай Стрельников, и сегодня у нас рецепт напитка Bumble Coffee. Холодный Bumble Coffee. Если коротко, то Bumble Coffee – это апельсиновый сок плюс кофе эспрессо. В целом вообще апельсин очень хорошо сочетается с кофе, поэтому его очень часто можно увидеть как ингредиент в напитках. Цитрусовый раф, апельсин, шоколад, эспрессо также очень хорошо. Для того, чтобы его приготовить, нам потребуется лед, апельсиновый сок, я буду использовать свежевыжатый апельсиновый сок, карамельный сироп и 2 эспрессо. Поехали. Сначала мы наполняем стакан льдом. Карамельный сироп. Я беру 20 грамм, можно брать меньше, либо больше, в зависимости от того, как вам нравится. Больше сладкий или менее сладкий напиток. Апельсиновый фреш. 100 грамм. И я сейчас приготовлю 2 эспрессо. Чтобы напиток получился рельефный или слоеный, можно аккуратно эспрессо наливать на один из кубиков льда. Бамбл готов. Перед тем, как пить, напиток нужно обязательно размешать, для того, чтобы сироп и кофе равномерно размешались с соком. А он освежающий, он очень летний, отчетливо чувствуется вкус эспрессо в сочетании с соком. Сироп вы можете варьировать, вы можете его без сиропа готовить, можете с сиропом. Мне бы, на самом деле, хотелось бы чуть-чуть поменьше сиропа, но в целом я думаю, что для большинства людей уровень сладости здесь будет вполне. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что смотрите. Хорошего лета, хорошей погоды. До свидания.